Ты бы смог съесть огромное ведро картошки фри, а гору попкорна, а может лучше 100 мармеладных глаз? Наши герои без труда съедят все это в новом челлендже «100 слоев еды от Хохоном». Ого! Барбаре повезло, у нее целая тарелка попкорна. У Ника чуть меньше, но это его не расстраивает. А вот Джули не повезло, всего одна штучка. Джули, начинай! У меня как раз есть идея. Где там мои щипчики? То, что нужно. Получилось очень быстро и вкусно. Классно, я следующий. Сейчас я быстро приготовлю этот попкорн. Ник, ты не говорил, что работаешь шеф-поваром? Записывайте рецепт. Берем сковородку и высыпаем в нее зерна попкорна. Ждем пару минут и наслаждаемся. Ого, вот это взрыв, девочки, берегитесь. Ого, Ник, это по-настоящему взрывной рецепт. У меня свой способ приготовления попкорна. Мешаем колу с соусом табаско и даем выпить лучшему другу. Что такое? Почему так печет? То, что нужно. Спасибо, Ник. Горячо, горячо. Как же вкусно. Сколько у Барбары и Ника мармеладных глаз. А вот у Джули всего один. Так мало. Ахаха, неудачница. Ник, если ты не заметил, то Джули шутить не в настроении, так что получай. Зачем же сразу драться? Мне придется тебя отомстить. Ник, что ты опять задумал? Выдавить кетчуп на глаз? Фу, какой ужас! Джули, если хочешь, можешь съесть мой глаз. Что? Это и правда твой глаз? Да, бери. Убери его от меня! Барбара, берегись! Ты съела глаз Ника! Я спасу тебя! Осторожно! Кружечка бодрящего кофе с утра – то, что надо. Стоп, это что такое? Глаз! Ребята, ну вы шутники. Теперь моя очередь. Ммм, как вкусно. Я готова есть их целую вечность. Ого, вот это аппетит. Моя очередь. Включаю турборежим. Вкуснятина. Ого, Ник, ты съел все за раз. Может, хоть с девочками поделишься? Они такие голодные. Всего одну штучку. Пожалуйста. Нет, они мои. Ник, нельзя есть так много мармеладных глаз за раз. Поздно. Теперь ты сможешь видеть все пранки девочек. Фу, я не съем столько. Уберите их от меня. Всего один? Я с этим справлюсь. Это что такое? Ребята, соберитесь, вы справитесь. Я начну первая. Барбара, это семечко, ее не надо есть, ее надо посадить. Поберегись. Барбара, смотри, куда кидаешь. Сейчас я тебя посажу. Расти! Почему он не растет? Барбара, нужно немного подождать. Дай ему время вырасти. Я начну первый. Главное съесть быстро, чтобы не почувствовать вкус. Фу, какая гадость. Мне срочно нужно перебить этот ужасный вкус. То, что надо. Я одолжу. Мне срочно надо полить мой цветок. Расти! Землетрясение! Прячьтесь! Не бойтесь, это всего лишь проросла семечко Барбары. Теперь у Барбары есть свой куст брокколи. Ахахахаха. Какая гадость. Ненавижу брокколи. Ужас. Барбара, тебе следует умыться. А тебе следует съесть свои брокколи. Нет, только не брокколи. Хотя у меня есть идея, как от них избавиться. Смотрите, там осьминог. Джули, ты знаешь, что всех жуликов рано или поздно ждет наказание? Тем более Ник уже приготовил его для тебя. Это было вкусно. Угощайся еще. Нет, какая гадость. В следующий раз не будешь жульничать. Ого, картошка фри. Все ребята так рады, ведь она очень вкусная. Хотя нет, Джули немного не повезло. У нее всего одна маленькая картошечка. Ммм, как вкусно. Но так мало. Я хочу еще. Теперь моя очередь. Барбара, одолжи мне пару картошечек. Что? Ну хотя бы одну картошечку.
Ну, конечно, бери. Держи. Ха-ха-ха, поверила. Ну, держись, я тебе такое устрою. Джули, делать кетчуп Барбары ужасно острым – это очень жестоко. Как же остро! Меня-то за что? Так вам и надо! Барбара, тебе нужно срочно остудиться. Но не кетчупом ведь! Полегчало. Окей. Мне и столько кетчупа хватит. Ник, следи за своей картошкой, а то у тебя не останется. Что? Очень вкусно. Спасибо, Ник. Ты съела всю мою картошку! Получай! Ник, не расстраивайся, в следующий раз будешь внимательнее. Ого, большая пачка Принглс! Вот это Нику повезло! А у Барбары целая пирамида! Просто супер! А у Джули всего одна. И она такая маленькая! Сейчас мы это исправим. Так-то лучше. Как вкусно. Ник, чего застыл? Твоя очередь. Что? Они не открываются. Осторожно, зубы не сломай. На этот случай у меня есть пила. Осторожно, нас не распили. Всего пару надрезов, и банка открыта. Смотрите. Ник, открывай рот шире, чипсы уже летят к тебе. Наконец-то! Вкуснятина! Осторожно, Ник, пригнись! Ауч! Ник, ты в порядке? Видимо, нет. Ну ничего, я пока начну есть свои вкуснейшие чипсы. Ого, Барбара, вот это аппетит! Осторожно, смотри, куда кидаешь! Как вкусно! Что, я пропустил? Ник, оставайся лучше пока под столом. Барбара тут устроила бомбардировку. Джули, пригнись! Второй раз я на это не поведусь. Ух ты, а ты подготовилась, а вот Ник нет. Осторожно, идет стройка. Барбара, держи башню лучше. Ага! Сработало! Что произошло? Джули, тебе опять не повезло. Всего одна штучка. В отличие от Ника, у него целая тарелка Скитлз. Ого, а у Барбары набор всех цветов. Всего одна и такая маленькая. Тихо, у меня есть идея. Джули не уверена, что это сработает. Но попробовать можно. Ого, вот это класс. Так-то лучше. Ого! Как вкусно! Я готова есть один Скитлз вечно! Ого, класс! Ник, твоя очередь! Смотрите, как я умею! Ого, да ты полон сюрпризов! Но тебе стоит еще немного потренироваться! О нет, мой Скитлз! Хотя я знаю, у кого есть еще много Скитлз! Ник, не думаю, что Барбаре понравится твоя идея! Главное, чтобы она не заметила! Прочь! Ауч! Это все мое! С какого вкуса мне лучше начать? С этого или с этого? Нет, хочу вот с этого! Я не могу определиться, так сложно! Придумала! Что это? Лотерея, которая поможет мне выбрать цвет! Открываем! Иди сюда! То, что нужно! Зеленый! Начну с него! Окей! Как вкусно! Обожаю Скитлз! Хочу попробовать все вкусы сразу! Как же вкусно! Интересно, а что находится тут? Что это? Ого! Вау! Это же гигантская конфета Скитлз! Вау, она такая огромная и, наверное, невероятно вкусная! Это правда очень вкусная! Ух ты, да она с сюрпризом! Девочки, подставляйте руки, тут хватит на всех. Ух ты, Твикс, вот это вкуснятина. What?
Окей. Ребятам уже не терпится начать челлендж. Я первая. Можно поаккуратнее? Есть идея. Пощади! Джулия, осторожно! Ты сейчас тут все распилишь! Готово! Упс! Как вкусно! Я могу их есть вечно! Джулия, ты такая заморашка! Тебе пора срочно умыться! Я следующая! Ого! Ты так быстро сняла фантики! Супер! Как вкусно! Но чего-то не хватает! Теплое молоко! То, что нужно! Ого! Ого! Это же настоящий шоколадный коктейль! Идеальное сочетание! Теперь я! Ого, у тебя настоящая стена из палочек Твикс! И сейчас я буду ее перестраивать! Где мои строительные материалы? Нутелла! То, что нужно! Я построю настоящий небоскреб из Твикс! Ник, ты зря оставил девочек наедине со своими палочками Твикс! А, что происходит? Нет! Вот ведь круть! Я самая быстрая! Мне придется есть медленно, но я даже не расстраиваюсь. Зато я смогу подольше насладиться этим вкусом. Странная ты. Пока ты будешь жевать первый кусочек, я уже успею украсть все твои оставшиеся ингредиенты и съем сам. Благодаря Джейн мой бургер стал гораздо больше. И вкуснее. Смотри, Джейн расстроилась. Теперь она набьет свой живот меньшим бургером. Как вам не стыдно? Энди, это же против правил. Но ничего страшного. Думаешь, я тебе не смогу отомстить? Да запросто. Мне уже пришла интересная идейка. Ты наверняка захочешь запить бургер вкусной колой. Но там тебя ожидает сюрприз. Ее жизнь ничему не учит. Снова я все украл. Вот она, карма, Энди. Теперь пришло мое время есть бургер. Не вижу смысла тянуть, так что сделаю это очень быстро. Так-так, на этот раз я медленная. О, кола, класс! Чтобы пить ее максимально медленно, нужно ее есть. Звучит странно, но это именно так. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Кстати, желе ничем не хуже самой колы. На вкус точно такой же. А я, пожалуй, буду пить как нормальный человек. Тем более, что после бургера я очень сильно хочу пить. Думаю, пара трубочек мне не помешают. Это специально для меня? Одну можешь дать мне. На вторую мне, я не буду против. Вы слишком многого хотите, трубочки нужны для меня, чтобы я мог поскорее выпить всю эту вкуснятину. Это шикарно, так вкусно, я просто в восторге. Жадина, но ничего, у меня есть идея, как я смогу тебя обыграть. Надеюсь, ты думаешь о том же, о чем и я? Немного табаско в коле должно намекнуть, как нужно вести себя с друзьями. Как же вкусно, просто остро! Кто это сделал? Я горю! Эй, а в меня-то за что? Я вообще-то просто хотела тебя проучить. Пора тушить это безобразие. Аккуратнее! Дала бы хоть глаза прикрыть. Но спасибо, без тебя я бы уже давно сгорел. Теперь моя очередь пить. Мне пришла классная идея, как можно выпить всю бутылку за пару секунд. Для этого мне понадобится небольшая помощь, а именно эта воронка.
Ничего себе! И правда очень быстро! Даже глазом моргнуть не успел! На этот раз я рад, что буду есть медленно! Мороженое все равно растаять не успеет! У меня и ложка подходящая есть! Не только у тебя! У нас с Барби тоже есть очень подходящие ложки! И пока ты возишься с мороженым, мы доедим все остатки. Ты же не против? Как вкусно! Я в шоке! Я тоже поэтому с удовольствием быстрее приступлю к своему ведерку. Что-то у меня ложка застряла. Смотри, вот тебе и новая идея для макияжа. Ах ты так? Ну ничего, я проучу тебя. Смотри, Джейн, что это там летит? Никак понять не могу. Наивная, ты пока рассматривай, а я тебе немного пасты в мороженое налью. Тебе, наверное, показалось, потому что я там совсем ничего не вижу. Но не страшно, ведь у меня есть мое вкусное мороженое. Что с ним стало? Почему оно такое гадкое? Теперь его просто невозможно есть. Видимо, протухло. Теперь мой черед есть мороженое. Но есть ложкой, это неинтересно. Так долго и совсем не прикольно. Думаю, неплохим вариантом будет съесть мороженое так. Так и ложка пригодится, и мороженое можно съесть круче. Вы были правы. В Баскин-Робинс, как обычно, мороженое – это просто разрыв. Согласен. Эй, а почему мое ведро пустое? Где мороженое? Тормоз! Вот это класс! Пончики я просто обожаю, особенно когда их настолько много. Они очень красивые и яркие. Это точно выглядит очень аппетитно. А еще они очень вкусные. Я бы сказала, очень вкусные. Энди, ты тоже можешь есть. Зачем ждать меня? Круто, потому что я как раз придумал способ, как съесть все пончики и сделать это максимально быстро. Нужно просто выстроить из них огромную башню. А теперь я мигом слопаю ее благодаря своим острым зубкам. Круто! А вот мне торопиться совсем некуда. Я могу есть так, как пожелаю. А желаю я есть долго. Да уж, это и правда надолго. Можно пока поспать. Так-так, на этот раз нам очень повезло. Корейскую лапшу я обожаю, поэтому точно смогу с ней справиться довольно быстро. Только вот на палочку сначала намотаю. Что-то так медленно. Точно, у нас же тут челлендж. Ну, значит, пока ты наматываешь, мы успеем проделать еще кучу всякой всячины. Я уже скоро. Смотри, Энди, да, она закончила. Не прошло и года. Я готова есть как никогда. Смотрите, у меня получилось достать все содержимое банки. Теперь можно не торопясь есть каждую лапшичку. К тому же она очень вкусная. Да, скорость у нее явно минимальная. Но ничего, пока она ест, я тоже быстренько разберусь со своей лапшой. Тем более, что выглядит она очень аппетитно. Энди не умеет есть палочками. Это неправда. Все я умею. Просто эта лапша слишком уж длинная. Так что ее нужно немного подрезать. Вот теперь есть очень удобно. И на вкус лапша просто обалденная. Наконец-то очередь дошла и до меня. Смотрите, у меня целых три палочки. Но есть ими не очень удобно. Точно, у меня есть простой, но очень надежный план, как я смогу быстро исправить все неудобства. Для этого просто нужно склеить все палочки. А теперь мне нужно всего лишь насадить их на дрель, после чего они будут очень быстро и легко крутиться. А главное, мне делать ничего не придется. Что-то у меня плохое предчувствие. Фу, рыба! На всю комнату развонялась. Не зря у меня было такое нехорошее чувство в начале. Пока ты тут разглагольствуешь, я успею несколько раз съесть рыбку. Думаю, у меня все получится.
Нет, целиком я ее есть точно не буду. Даже от пару укусов хочется почистить зубы, а лучше весь рот. Так стало гораздо лучше. Энди, а что ты творишь? Я хочу съесть рыбку сейчас, чтобы меньше с ней возиться. Засунуть ее в рот – это самый лучший способ. Ну, верьте в меня. Фу, гадость. Да меня сейчас только от одного вида стошнит. Отвернись, не смотри на меня. На меня тоже. Ты бы знал, как от тебя воняет. Просто кошмар. Но ты подкинул мне идею, как справиться с рыбой. Думаю, лучше всего это будет сделать в японском стиле. Тогда отгадка рыбы и следа не останется. Ничего себе! Вот это и правда интересный способ. Что же ты хочешь получить в конце, а? Что хочу, то и получу, а хочу я суши. Круто! У тебя все получилось? Конечно, это же я. Мне придется это есть, так что для себя я приготовлю максимально вкусно. Кстати, так и получилось, я довольна. Вот это да! Как в этот раз нам всем повезло. Целые ведерки с шоколадными конфетами. А еще я могу есть каждую столько, сколько захочу и не торопиться. Конечно, куда тебе торопиться? Тем более, что я бы тоже не отказался от второго ведра вкусняшек. Так что с твоими я быстро разберусь. У меня как раз завалялась классная трубка. И это все? Я надеялся, их там больше будет. Эй, а где все мои конфеты? Это Джейн, она их украла, я все видел. Как вам не стыдно? Я-то думала, мы друзья, а вы вон как со мной поступаете. Но я не... Барби теперь обижается на тебя, а не на меня. Ну и ладно, у меня впереди еще целое ведро конфет. Думаю, они помогут мне взбодриться. Ты так жутко на них смотришь, Энди. Пока ты не натворил глупости, я, пожалуй, съем их поскорее. Так лучше и вкусней. Ну и ладно, жадина. У меня еще свое ведро есть. Мне конфетки уж очень понравились. Они не просто шоколадные. Внутри меня ждет вкусная печенька. Есть из своего ведра даже вкуснее, чем из ведра Барби. Слушай, Энди, может, поделишься со мной хотя бы одной конфеткой? Не, я сам хочу их съесть. Уж больно они мне нравятся. Ах так, жадина. Но ничего страшного. Я смогу быстро отомстить тебе одним очень классным способом. Я просто засуну в твое ведро одного экзотического жителя. Фу, гадость! Откуда в моем ведре взялась эта бяка? Теперь я к этим конфетам не прикоснусь. Когда вы подпишетесь на Хаханом, вас постоянно будут развлекать наши невероятные челленджи. Так что скорее жми подписку, у нас весело!